корпоративном университете Ульяновской области состоялся круглый стол российско-японское взаимодействие секторов образования, бизнеса и органов власти. Он прошел в рамках международного форума «Японская весна на Волге». В мероприятии принял участие гость из Москвы, профессор кафедры востоковедения МГИМО и председатель Ассоциации японоведов Дмитрий Стрельцов. Он отметил, что японская культура и образ жизни страны восходящего солнца в российских провинциях сегодня очень популярны и косвенно даже влияют на внешнеполитические взаимоотношения между Россией и Японией. Я хотел бы сказать, что даже в условиях некоего застоя или даже какой-то стагнации политических отношений на межгосударственном уровне, именно региональные связи позволяют интенсифицировать эти отношения, восполнить дефицит доверия в этих отношениях и в какой-то степени задать некий тон, некий импульс для их развития на будущее. На круглом столе обсудили российско-японские связи в области науки и образования. Кроме этого, говорили о бизнес-культуре японцев и их умении вести деловые переговоры. Сейчас активно развиваются региональные связи двух стран именно в сфере бизнеса. Так, например, Ульяновский регион создает благоприятные условия для привлечения иностранных инвесторов, где Япония играет ключевую роль. На территории Ульяновской области уже осуществляют свою деятельность несколько японских предприятий, такие как Бриджстоун, Исузу, ДМГ Море. Повышается с каждым годом интерес к японским философиям и практикам. Японские управленческие методы находят все большую популярность среди представителей бизнеса, и интерес к изучению японского языка неуклонно растет. О перспективах и возможности развития российско-японских отношений в русле торгово-промышленного экспорта поделились представители торгового дома, сделанного в Ульяновской области. Ни для кого не секрет, что в Ульяновской области очень много мебельщиков, очень много кто работает с деревом, очень много кто делает корпусную мебель, мягкую мебель, двери, все что угодно, и очень много строительных материалов. Также в обсуждении затронули темы развития инвестиционной привлекательности Ульяновского региона и стажировок в Японии областных представителей по направлению активизации региональных экономик. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.